Так, игрушечка у нас Space Invasion. Ну, войти в новую вселенную. Create new account. Господи помилуй. Собрать ежедневный бонус. Ни музыки, ничего. У нас есть постройки. И ужасно мелкий шрифт. То есть космические стратегии. Так, рудодобывающий завод. Всего максимум 20 уровней. Почему мне кажется, что я вот такое уже где-то видел? Угу. А чтобы галактику здесь показать, мне отдельное окошечко открывается. Ой, какая прелесть. Флота в пути нет. Русский язык здесь, я, конечно, извиняюсь. Но это просто идиотизм какой-то. То я русско-китайский здесь нахожу, английско-китайский нахожу, теперь нашел русско-английский. Нет, вы серьезно прикалываетесь, вы либо английский, блядь, оставьте, либо русский. Я вот сейчас вообще ни хрена понять не могу, блин. Одна фраза по-русски, другая, блин, по-английски. Тоже приколисты, что ли? Не, слушай, пока эту игру либо не сделают полностью на английском, либо полностью на русском, мне, в принципе, играть невозможно. Это просто тупо маразм. Я, конечно, извиняюсь. Это реальный маразм. Как она там хоть ком-то грузит? Еще тут что-то ком грузит в этой игре. Это вообще удивительно рядом. Не, ну смотри, чаты колонии, блин. Ой, ужас какой-то. Нет, пока они не сделают нормальный язык, здесь пусть хотя бы вот искать. У меня слов нету, короче говоря, про эту игру.